23 серия, участок Мурманск-Магадан, 11 день. Это завершающая серия 11 дня. Ночевка, привал у мотеля «Эллада». Так, комментарии. Танкист Василий. Здравствуйте, простите, что долго не было, много уроков, не успеваю. Так, ладно. Заказ от танкиста Василия съездить на острова Южного Сахалина, Южный Сахалинск, отснять дороги, съездить в Калининград. Советы дает, как ехать. Танкист Вась, ты знаешь, я думаю, на танке лучше проехать будет. Легче, быстрее. Комментировать даже не знаю, что ответить на эту информацию. Летний путь серии интересный тем, что проезжаем Нижний Ингаш. В этом поселке можно увидеть, как люди живут в Сибири. Да не только в этом поселке, много будет по пути поселков, через которые проеду, чтобы узнать, как живут люди в Сибири. Наверное, нужно там побывать, посмотреть на быт, на все остальные условия. Так, 11:42, Вадим отвечает. Летнему пути. Не туда ты пошел работать, значит. Да. Владимир Сухарь. Комментарий к серии 20. Это Москва-Мурманск участок. Видео снято хорошо, но я не могу понять, зачем включать антирадар. Так, ну насчет антирадара, он меня сам уже достал. Я его в скором времени отключил и больше не пользовался. Так что упрек справедливый. Он мне самого достал этот. На все реагирует, на все пищит. Так, ну а я приступаю к обработке 124 серии. Не получилось сегодня у меня снять, только в светлое время. Сумерки. Так, время 16 плюс 4, 28 часов вечера местного времени. Ничего, что-то будет. Смотрите движение в сумерках, какие условия. Двигаюсь уже 12 часов в движении.
должны быть стандарты государственные по развитию инфраструктуры для автотуризма, автопутешественников, автопутешествий. На каком расстоянии должны быть и какие? Световых отбойников между полосами нету, поэтому слепит. Все забить. Надо останавливаться было. И эти светоотражатели справа, слева, полотно дороги, разметка.
связи мегафона нет. Хоть сдохни. Да. Второй час, как ищу место для ночевки. Все нормально, главное не дергаться, не психовать. Кстати, нежданчики, дорогу хотел сказать, местами, конечно. Мощность 25%. Парами слепит, блин. Пора что-то, что-то сделали, блядь, или тебя хуя знает, как так получилось.
10. Что это такое красное?
бал, наверное, я сниму за эти вот раковины, хабы временами. Дорога хорошая, но специально это делают. Нужно один раз нечаянно что-то. Ничего нету, ё-моё. Всё, совсем стемнело. Видео только полотно дороги и тёмно-синее небо.
края не видно. Это топливо, куплю.
Так, пойду-ка я узнаю, где встать на ночь и так далее. Хрень сегодня получилась, а не поездка, к сожалению. Давай там снизим рядом, чтобы не мешать. Как забор уродится. Не хочешь, говорит, там оставь. Ладно. Ладно, вот здесь есть там. Все, приехали. Из-за травок 4